Stars. Отправили в командировку пожилого и молодого. Ну, прибыли они в третью столицу, поселились в отеле, то да сё, поужинали, подали водочки с пивком, посмотрели ТВ, и пожилой отправился на боковую. А молодой решил кино посмотреть. Сидит, смотрит, попивает прохладный напиток. Да и скучно ему стало. А тут и девчонки позвонили в номер, поболтали они, и заказал молодой рум-сервис в количестве 2 экземпляров. Неудобно же одному, товарищ хоть и пожилой, а вдруг обидится. Через 15 минут прибывают 2 девицы. Молодой, значит, выбрал себе какую по вкусу. А другой сказал, чтобы та тихонько с полным уважением, не будя старшего, делала ему легкий ночной миньет. Как бы приснилось, чтобы ему. А сам, значит, с подругой отправился в ванную. Видать, фантазии у него были. И вот через некоторое время выглядывает он ради короткой передышки и вообще, так сказать, общей разведки ситуации в комнате. Прислушивается и вдруг слышит, как в темноте раздается сдавленно хриплый голос пожилого. «Василий, да ты что, охренел что ли?»